Ну что, друзья, мы рады вас видеть на нашем канале. Эта трагедия заставила плакать всю страну. Сегодня рано утром, в 6:30 утра, ушел из жизни известный певец, автор песен, основатель и лидер известной группы Назарет Дэн Макаферти. Этого певца и музыканта знают даже на территории России. В 80-х годах он очень часто приезжал в Россию со своими концертами. Он родился в 46-м году в штате Данфенермлинии, Шотландия. В 65-м году он присоединился к группе Шатес, которая после прихода гитариста изменила свое название. Подписывайтесь, друзья, на наш канал. Каждое утро мы сообщаем вам интереснейшие новости. Такой информации вы больше нигде не услышите.